Киноблог и проект «Руки на Старс» дополняют ландшафт мирового кино и степень влияния русских на него. К реестру «Руки на Старс» мы относим мировых звезд кино, теле и интернет-медиа индустрии, кто сам, либо чьи предки по материнской или отцовской линии родились на территории Российской империи, СССР, либо нынешней Российской Федерации. Наш первый подкаст под названием «Продюсеры» посвящен 40 кино- и телепродюсерам русского происхождения, людям, без которых не могло случиться ни одно аудиовизуальное произведение под названием телесериал или полнометражное кино. Некоторых вы наверняка узнаете, но большинство – это новое открытие. Этим постом мы хотим показать, что кино и телевидение – это не только актеры и актрисы. Мы хотим вам рассказать о более широком спектре представителей этой трудной, яркой индустрии. И это еще не все продюсеры русского происхождения прошлой эпохи. Очень многие пока еще ждут своей очереди. А очень многие, может быть, и не дождутся, потому что наше правило – это публиковать посты о каждом из них, если у нас есть хотя бы одна из их личных фотографий. Будем стараться расширять наш реестр и дополнять ландшафт мирового кино и степень влияния русских на него. В общем, смотрите этот подкаст, читайте посты о каждом герое этого подкаста, прямые ссылки в описании этого видео, и подписывайтесь на наш канал, если хотите расширить свои горизонты знаний о мировой кино- и телеиндустрии и степени влияния русских на нее. Приятного просмотра и приятного прочтения. Сэмюэл Арков – один из самых продуктивных продюсеров Голливуда. Дмитрий Балашов – один из пионеров бельгийского кинематографа. Никита Балиев – музыкальный продюсер и импресарио. Дик Берримор – мировой пионер субъективной камеры. Леон Беласко – музыкальный продюсер. Ной Блох. Лев Браун, он же Лью Браун – музыкальный продюсер. Дмитрий Харитонов. Дэвид Чуднов – музыкальный продюсер. Василий де Базиль – музыкальный продюсер и импресарио. Анатолий де Грюнвальд и его брат Дмитрий де Грюнвальд – мировой пионер продакт-плейсмента. Александр Дембо де Ласта. Александр Дранков – первый русский продюсер. Иосиф Ермолев, пожалуй, самый известный русский продюсер прошлого. Юджин Френке. Морис Гест, один из пионеров Голливуда эпохи фотоплейс. Сэмюэл Голдвин, студия MGM. Сол Юрок, музыкальный продюсер и импресарио. Александр Каменко. Александр Ханжонков. Александр Калаврат, один из пионеров австрийского кинематографа. Артур Любин. Луис Мейер, студия MGM. Александр Мнушкин, увы, одна из жертв Холокоста. Леонид Маги. Оливер Морозко. Борис Мороз, музыкальный продюсер. Сергей Ацуб. Григорий Рабинович, он же Грегор Рабинович. Григорий Ратов, самый первый в мире обладатель лицензии на Бондиану, между прочим. Борис Сагал. Александр Залкинд. Параграф Залкинда – это про него. Джозеф Шенк, студия 20 век Fox, один из ключевых создателей Голливуда. И его брат Николас Шенк, студия MGM. Саймон Шифрин, он же Семен Шифрин. Льюис Селзник, он же Железняк. Павел Тимон, он же Пауль Тимон. Вальдемар Ветлугин, мировой пионер приема Cover Girl.
Владимир Венгеров, один из пионеров русского кинематографа. Читайте посты о каждом герое, который вас заинтересовал, прямые линки в описании этого видео. И подписывайтесь на наш канал, если хотите смотреть новые подкасты и дополнять собственные знания о мировой кино, теле и интернет-медиа-индустрии. Будут новые посты проекта «Руки на Старс» и наверняка новые открытия для вас. 100%.